привет! Рассказываю, где находится мой офис. Налоговая в Алании, возле Башкент-Хастаны. Прям напротив огромное офисное здание. На первом этаже ресторан и продают ковры. Заказала вывеску. Вывеска будет через 2 недели. Третий этаж, 12-й кабинет. Тунжер Темис Плаза называется. Это вход в офисное здание. Здесь сидит информатор-охранник. Сейчас он прибирается. И поднимайтесь на третий этаж. Из лифта сразу налево. Тоже вывески будут. Вот 12-й офис. Заходим в офис. Сразу предупреждаю, здесь еще немножко недоделан он. Через пару дней привезут кондиционер. Это комната для работников. Коридор. Тоже повесить нужно зеркало. Кухня. Ну, многие знаете, да, что в Турции в любом офисе, в каждом, есть обязательно кухня. Заходим на балкон. На балконе у меня мандарины растут. Сайт компании будет готов через месяц. Ну и, собственно, тоже телевизор еще привезут большой. Ну вот, здесь я и заседаю. Кто будет в Алании, не стесняйтесь, приходите, потому что в самом центре находится офис. Это, как я уже в предыдущем видео показывала, документы на фирму, лицензия, все, что имею право заниматься этой деятельностью. И здесь у меня лимончик. Вот такой офис. Жду всех в гости. Кто будет в наших краях, приезжайте, заходите, верьте в себя, и у вас все получится. Всем пока!